как с помощью молитвы, чтобы у каждого товарища была сила отдачи в группе, мы смогли почувствовать это важное мероприятие, потому что по объективным данным, завтра у нас большое мероприятие, пикник. Мы завтра делаем в парке Берешит, здесь, как называется парк? Ну да, лес Берешит. Ганейшо. В Ганейшо. Мы проводим большую встречу, большое объединение. И это объединение очень важно во время Песоха. Мы иногда делаем раз во время Песоха, один раз в Суккот. Очень важно. Я прошу каждого, кому важно духовное продвижение, там быть. Но для этого нужно сегодня. И желательно даже в первой половине дня сегодня оставить свои данные на сайте, где? На Капсиоэль. На Капсиоэль. Это где? Сайт Капсиоэль. Там есть баннер, надо на него нажать, баннер пикника, и можно записаться. Так я прошу всех, кто придут просто, не записавшись, то у нас проблема. Мы не можем запастись достаточным количеством провизии и стульями. Если, скажем, вместо 1000 человек придут 1500, то мы не сможем их принять. Им придется остаться за забором. Поэтому мы очень просим записаться сразу, чтобы нам до обеда уже было понятно, сколько человек придут.